Городской репортаж. На футбольном поле универсального спортивного комплекса «Орион» в рамках первенства России по футболу среди команд 3-го дивизиона группа А «Зона Московская область» прошел матч между командами «Олимпскопа» «Железнодорожный» и АК «Белоомонд». Перед началом матча нам удалось пообщаться с главным тренером команды «Олимпскопа» Алексеем Соколовым. Алексей Валентинович, расскажите немножко о сопернике. В принципе, мы его знаем еще по прошлому году. Мы играли на кубок в 1/8 финала, принимали его здесь. Ну, для них в прошлом году результат был такой печальный, 10-0, но это ни о чем не говорит, это было в прошлом году, поэтому я думаю, что, наверное, они сегодня постараются, тоже этот день запомнили, постараются проявить себя с самой лучшей стороны, оказать достойное сопротивление. Как команда готовилась к сегодняшней игре? Мы играем не только для себя, а для зрителей, которые приходят вот на этот стадион. Будет 100, будет 1000, мы будем одинаково для них играть. Поэтому готовимся показать, что хороший футбол, зрелищный, атакующий. Для того и как бы готовились и предсезонку, и сейчас. Ну, по турам, да, мы сыграли вот 3 тура в чемпионате. Мы идем на первом месте, а они идут там, по-моему, 12-е место. Но это ни о чем не говорит. В этот день на всех игроках и судейской бригаде были георгиевские ленты. Полузащитник команды нашего города Михаил Крапивников рассказал, почему. Мы сегодня играем в горящих ленточках. В честь Дня Победы. Мы помним и чтим наших дедов, которые воевали. И вот хотим вам сказать спасибо, что мы живем под мирным небом. В День Великой Победы мы склоняем головы перед светлой памятью невернувшихся с войны сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен. После минуты молчания матч начался. По словам зрителей на трибунах, в игре было много голевых моментов, однако реализовать их не всегда удавалось. Как играет команда? Команда играет очень хорошо. Голы просто не забивают. Моменты есть, но голов нету. Как часто ходите на матчи Олимпскапа? Мы сами играем за Олимпскапу, только за женскую команду. Но уходим, когда получается. Ну как, на ваш взгляд, играют сегодня команды, да, Белоомонд и Олимпскапа? Ну, вообще нормально играют. Да, то есть игра сыгранная. Видно, что тренировались долго и упорно. Ваш прогноз на игру? Ну, конечно, Олимп победит. Первый раз, очень нравится. Так вот, сын хочет гулять. Насколько профессионально играет команда? Для 3-й лиги супер. Момент хороший. Особенно начало игры было здоровское. Очень понравилось. Да? Вот кричал, больше всех хлопал. Расскажите, как часто вы ходите на матчи? Первый раз пришли. А почему пришли? Ну, потому что рядом живем и вообще болеем за спорт. Я сам футболом занимался. Раньше. Вообще мы любим город Железнодорожный, болеем за своих, как бы. Да, увидели афишу и решили прийти посмотреть. Ну как, не пожалели? Нет, нет. Отлично. Отличная команда. Прям. Да, 3 игры я посмотрел в программке, сыграли на первом месте. И вообще довольно хорошо играют. Только единственное, что свои моменты не реализуют. А так все вообще отлично. А если были бы на последнем месте, пришли бы на матч? Вообще да. Да, вот потому что любим футбол. И не важно, на каком месте. Главное, чтобы они играли, старались. Да, мы уже 2-й матч, да, приходим сюда и смотрим. Вот младшему Александр Масленников нравится. Ваш прогноз? С каким счетом закончится матч? Володь? 4-0. Как? 4-0. По сегодняшней игре видно, в одни ворота играют. Встреча, как и прогнозировал юный болельщик Олимпскопы, закончилась со счетом 4-0 в пользу команды нашего города. Примечательно, что все 4 мяча забил Александр Масленников. Городской репортаж.